Так ты не злишься на меня за то, что я когда-то убил тебя? Не будь глупцом. Король заранее предупредил меня о том, чем закончится наша встреча. Король знал, что я убью тебя? Конечно. Он выбрал тебя на роль главного героя задолго до того, как появилась плеть. Если он столь всемогущ, почему он позволяет повелителям ужаса командовать собой? Они — слуги тех, кто создал нашего властелина. Огненных лордов Пылающего Легиона. Какого легиона? Пылающего Легиона. Это могучая армия демонов, уже покорившая множество миров. Теперь они хотят предать огню этот мир. Наш господин был создан, чтобы подготовить их приход, а повелители ужаса надзирают за ним. То есть эпидемия в Лордероне, цитадели Нортренда, бойня в землях эльфов — это все приготовление к приходу каких-то демонов? Да. Со временем ты поймешь, что вся наша история — лишь репетиция грядущей битвы. Идем. У нас много дел.